Террор. В ролях Борис Карлов, Джек Николсон, Сандра Найт, Ричард Миллер, Дороти Ньюман и Джонатан Хейс. Сценарий Лео Гордон и Джек Хилл. Оператор Джон Николаус. Композитор и дирижер Рональд Штайн. Продюсер Харви Якобсон. Режиссер Роджер Корман. Вы не знаете, как добраться до Колбина? Я отстал от своего отряда в Арнштаде. У вас случайно нет воды? Я очень хочу пить. Вот чистая вода с горы. Спасибо. Мне бы хотелось поговорить с вами.
Мы ведь не попрощались. Да и не поздоровались. Это веская причина, чтобы поговорить. Я смертельно уставший солдат. А вы — это самое приятное, что я видел за последние 7 месяцев. Скажите, что в этом смешного? Подождите, вы не сказали свое имя. Меня зовут Елена. Пойдемте, я вам кое-что покажу. Подождите. Куда вы идете? Елена, что с вами? Елена! Лежите спокойно, молодой человек. Здесь вы в безопасности. Вот, выпейте. Это придаст вам сил. Знаете, это растение очень редкое в лесу. Выпейте, оно быстро восстановит силы. Это птица. Она напала на меня. Боюсь, вы ошибаетесь. Она безобидна. Вот. Вытяните вашу руку. Она лишь только кричит на вас. Очень эмоционально. Это необычно для птицы. Уберите ее. Как нехорошо. Маленькой девочке нравится мужчина, правда? Это Густав. Он принес вас сюда. Густав накормил вашу лошадь. Где Елена? Это Елена. Да не птица, девушка. Где девушка? Здесь нет никакой девушки. Да нет же, есть. Я ее видел, она говорила со мной. Возможно, вы устали от долгой дороги, и она вам померещилась. Густав, скажи, ты видел здесь девушку? Густав нем, как рыба. А если бы он мог говорить, то смог бы найти себе неплохую работу. Вот такая беда. Если ты нем, то и прав у тебя никаких. Отдыхайте.
Та красавица — это, конечно, Елена. Да. Здравствуйте. Я боялся, что вы утонули. Так вы настоящие. А я уж начал думать. Кто вы? Стой! Стой! Остановись! Плывун. Девушка собиралась меня убить. Она сама не знает, что делает. Она не контролирует себя. Говорите, она сумасшедшая? Одержимая. Ей нужна ваша помощь. Помощь? Как я могу ей помочь? Замок барона фон Леппа. Она там. Я не могу больше ничего сказать. Это очень опасно. Найдите Эриха. Он знает. Сегодня вам уже гораздо лучше. Если вы уедете сейчас, то вы сможете нагнать свой отряд уже к вечеру. Где Густав? Зачем он вам нужен? Я хочу, чтобы он мне показал дорогу к замку фон Леппа. Там уже давно никто не живет. И к тому же Густава не будет пару дней. Может, вы мне покажете дорогу в замок? Чем вас так интересует баронство? Я не говорю, что она меня интересует.
Но девушка, за которой я шел прошлой ночью и с которой говорил, наверняка живет там. Слушайте. Да нет никакой девушки. Она существует. Узнаете ее? Нет. Я сам найду замок. Нет, подождите. Не ходите в замок. Я же вам уже говорила, нет никакой девушки. Слушайте, вы не понимаете, что вы делаете. Остановитесь. Остановитесь, пока не поздно. Я собираюсь ее найти. Пожалуйста, не ходите к фон Леппу, я прошу вас. Есть кто-нибудь? Это я, Андре. Именем правительства Франции я приказываю вам открыть дверь. Прошу прощения, я открыл бы вам раньше, я не слышал вашего стука. Простите, но я уверен, что шумел так, что мог мертвого поднять. Правительство Франции? В свое время я видел униформы многих государств. Что же французский солдат ищет здесь? В первую очередь приют. Позвольте представиться, лейтенант Андре Дювалье. Барон Виктор Фредерик фон Лепп. Я посоветовал бы вам найти пристанище получше, чем это. Спасибо, барон, но все-таки я хотел бы войти. Я уверен, что французский офицер не доставит вам слишком много неудобств. Входите. То, что вы видите, лейтенант, это остатки благородного рода. Реликвии, призраки прошлой славы. Благородное наследие — это то, чем стоит гордиться, барон. Во Франции уже забыли об этом. Да, ваша фамилия Дювалье, а ваша семья... Мой отец был графом Дювалье. Был, пока его голову не положили в корзину на площади Согласия. Простите, я не хотел вызвать столь неприятные воспоминания. Вы, наверное, замерзли и устали, лейтенант. Коньяк? С удовольствием, барон. Спасибо. Присаживайтесь. Стефан,
Да, сэр. Коньяк нашему гостю. Да, сэр. Барон, позвольте мне спросить, кто та молодая женщина, которую я видел в окне перед тем, как вы мне открыли? Молодая женщина? Боюсь, вы ошибаетесь. Нет, я не ошибаюсь. Я видел ее. Темные волосы и глаза. На вид лет 20. Похоже, вы очень уверены в том, что кого-то видели. Да, я абсолютно уверен. Тогда позвольте мне кое-что показать вам. Вам не следует верить всему, что преподносит жизнь, молодой человек. Это та девушка, которую, как вы говорите, видели? Конечно. Прежде чем вы скажете что-то еще, внимательно осмотрите картину и обратите внимание на подпись. И самое главное, на дату. «1786? Это же было 20 лет назад. Невероятно. Она нисколько не изменилась». Она уже 20 лет как умерла. Барон, при всем моем уважении, девушка выглядела достаточно живой. Вы говорите о баронессе фон Лепп, моей жене. Прошу прощения, барон, я не хотел вас обидеть. Может, сходство не такое сильное, как мне показалось, но девушка в окне... Лейтенант Дювалье, единственные жители этого замка — Стефан и я. А вы — первый гость начала столетия. Конечно, барон. Стефан, покажи нашему гостю его комнату. Спасибо. Эй, внизу! Подождите, я сейчас спущусь! Я спускаюсь! Так, откройте дверь. Вы меня слышите? Откройте дверь, или я буду стрелять сквозь нее.
Ильза, баронесса фон Лепп. Всего вероятнее, сэр, что он слышал. Странно, что он не испугался. Давай не будем об этом. Я думаю, что возможно, что он не случайный гость. Почему ты так думаешь? Он мог что-нибудь услышать в деревне. Это чушь. Он солдат и не слушает всякие сплетни. Важно верить не во все, что видишь. Я учту это, сэр. И прежде чем ты уйдешь... Ты должен оказывать ему уважение, которое соответствует его положению и званию. Все ясно, сэр. Стойте! Зачем вы тревожите мертвых? Чтобы найти правду, Стефан. Но это касается барона, а не вас. Зачем вы приехали в замок фон Лепп? По-моему, вы что-то перепутали. Вы слуга, не я. И задавать вопросы буду я. Если это церковь, то почему убрана вся церковная утварь? Барон приказал вскоре после того, как его жена отошла в мир иной. И здесь теперь ее могила? Нет, это только вход туда. Семейный склеп находится внизу, под кладбищем. Фон Лейпов хоронят в нем уже 4 века. Он не открывался 20 лет. Мне кажется, что он был открыт прошлой ночью. Девушка, должно быть, прошла здесь. Никакой девушки. Да, конечно. Это мы еще посмотрим. Пойдемте со мной в конюшню, Стефан. Я хочу, чтобы вы помогли мне с лошадью. Подождите, лейтенант. Я за этим и пришел к вам. Ваша лошадь пропала. Похоже, испугалась грозы ночью. Не может быть. Вы лжете. Зачем? Нет, сэр, я не лгу. Слушайте внимательно, Стефан. Я уже устал от вранья. Сначала старуха, потом барон, и вот теперь вы. Какая старуха? Неважно. Вернемся к лошади. Я немедленно приведу вам другую лошадь из деревни. Поверьте мне, сэр, у меня нет ни малейшего желания задерживать ваш отъезд из замка. Вы так хотите избавиться от меня? Это потому, что вы боитесь, что я узнаю об Эрихе. Эрих? Так значит, Эрих существует. Хотя бы это не ложь. Лейтенант, пожалуйста, не лезьте в это дело.
Здесь нет никого, кроме старика и его угасающих воспоминаний. Я умоляю вас, оставьте его в покое. Присоединяйтесь, лейтенант. Нет, барон, спасибо. Я только что из конюшни. Моя лошадь пропала. Ваша лошадь пропала? Да, полагаю, ее украли, барон. Этого не может быть. Возможно, ворота конюшни были не заперты, и лошадь просто понесло. Такое иногда бывает. Само по себе, да. Но кроме этого, есть множество загадочных вещей, которые я хотел бы понять, барон. И я настаиваю, чтобы мне их объяснили. Как вы смеете говорить со мной таким тоном? Я не хочу быть грубым, но я хочу получить объяснение. Но? Так. Зачем вы сняли портрет баронессы со стены? Мне пришлось отдать его на реставрацию, так как из-за влажности картина покрылась плесенью. Вы хорошо уходите от ответа, барон. Но как вы объясните мне звуки борьбы и девушку в часовне прошлой ночью? Вы снова ее видели. Так вы признаете, что девушка существует? Ильза. Ильза? Ее так зовут? Отвечайте. Оставьте меня в покое. Если я сейчас уеду, барон, я вскоре вернусь сюда со своим отрядом и переверну с ног на голову весь замок, пока не найду эту девушку. Вам все ясно? Да, понятно. Скажите, барон, баронесса умерла насильственной смертью? Да, она умерла насильственной смертью. Как она умерла? Вы не щадите меня. В прошлом я был не таким, каким вы сейчас меня видите. Это имение процветало, а мои слуги жили хорошо и были довольны. Моя жена умерла, и я был одинок. Потом однажды я увидел в деревне Ильзу. Я предложил ей переселиться сюда вместе с матерью. Да, я мог увести ее силой. С незапамятных времен дворяне просто забирают к себе крестьянских дочерей. Но я полюбил ее. Она стала баронессой фон Лепп. Практически сразу после этого я был призван на военную службу. Война с Польшей. Она продолжалась около года. Как только все закончилось, я отправился домой. Моя жена. Она не знала о моем возвращении. Когда я вернулся, она была не одна. Она смеялась надо мной. Как только я отлучился, она нашла себе другого. Я убил ее своими руками. А что с любовником? Стефан позаботился о нем. Потом я сочинил рассказ о том, что она умерла от малярии. Никто не узнал ни об ее измене, ни как она умерла. Никто не узнал. Что дальше? 20 лет я не покидал стены этого замка. Я жил здесь один, с воспоминаниями о том ужасном поступке, который я совершил. Это мой крест. И вы думаете, что привидение Ильзы появилось здесь, чтобы освободить вас от вашего груза? Да. Как давно дух стал появляться в замке? Около 2 лет назад. Сначала я был в ужасе, но сейчас я жду каждой нашей встречи. Еще один вопрос, барон. Кто-нибудь еще, кроме вас, видел привидение? Стефан, например. Думаете, я сумасшедший? Сейчас, барон, я уже не знаю, что думать. Только не забывайте, что вы ее тоже видели. Может, мы оба от того? Ильза! Ильза! Ильза? Это имя кажется странным рядом с морем. Это твое имя, разве ты не помнишь? Меня зовут Елена, так сказала старуха. Почему? Она вызвала меня из моря. Ты должна вернуться.
Твоя душа ушла, Ильза. Вернуться? К Эриху? В море. Только когда море попадет в склеп. Тогда он и я будем покоиться на дне. Это зло. Ты не должна этого делать, Ильза. Я должна слушаться старуху. Француз может помочь тебе, Ильза. Андре? Старуха зовет меня. Она предупреждает тебя, Густав. Не вмешивайся. Она терпела тебя слишком долго, но больше не будет. Черной ночью ветер зловещий и смрадный. Нету пути назад. Пусть будет так, о силы тьмы, пусть дух вины тянет все глубже на дно. Смертное тело, Елена, там, где никто не бывал живой. Дух вины неотступно идет за тобой. Повинуйся. И только тогда избавишься ты от мучений и зла. Избавишься от мучений и зла. Теперь ты стала сильней, еще сильней. Когда у тебя будет достаточно сил, ты поможешь мне отомстить. Отомстить. И темные силы отпустят тебя, потому что я предложила им достойную цену. Добрый вечер. Кто вы? Своевременный вопрос, но полагаю, что спрашивать буду я, если впустите, конечно. Что вам от меня надо? Вы понимаете, что это собственность барона Виктора фон Леппа, и вы знаете, что здесь запрещено строить дома и тем более жить в них. И долго вы здесь живете? Всего 2 месяца. Похоже, вы ошибаетесь. Поверьте мне, я здесь не первый день и кое-что знаю. Вы живете здесь уже более 2 лет. Вас зовут Катерина, и вас вместе с вещами вышвырнули из Колдена после кое-каких событий. Там вас звали Катерина Еретичка, ведьма. Они дураки. Почему вы живете здесь? Что вам нужно? У меня не было денег. Мой дом сгорел дотла, поэтому я поселилась здесь. А откуда взялась эта девушка? Здесь нет никакой девушки. Я видел ее. Она сидела на этом стуле. Да нет никакой девушки. Я знаю, что есть. Старуха, я знаю, что она есть. Слушай меня. И слушай меня внимательно. Я не знаю, что ты хочешь, и не понимаю твоей черной магии. Если к завтрашнему дню вы обе не уберетесь отсюда, я вернусь сюда и убью тебя своими руками. Сожгу здесь все до основания. Вы знаете, кто жил здесь раньше?
И кто же это был? Эрих. Француз уехал? Нет. Почему? Теперь он отказывается уезжать. Я думаю, он уедет, когда сам захочет. Он обязан. Я дал вам конкретные указания. Барон, никто не знает, что он здесь. Он не должен уехать отсюда. Вы советуете? Это единственный выход. На это я никогда не соглашусь. Я не хочу, чтобы на моей совести было убийство молодого человека, который не сделал мне ничего плохого. Вы знаете, что у него на уме? Хотите, чтобы он лазил по замку? Хотите, чтобы он спустился в склеп? Склеп вас не касается. Андре, приди ко мне. Андре, приди ко мне. Я жду тебя. Ты мне нужен. Где вы?
Я здесь. О. Это еще не все. Как понимать такое вторжение? Простите, барон, мне показалось, я слышал голоса. И это дало вам право ворваться в мою комнату без предупреждения? Приношу свои извинения, барон. Стефан ушел в деревню за лошадью для вас. Вас не затруднит уехать, как только он вернется? Несомненно, сэр. Ильза? Вы правильно поступаете, лейтенант. Барон часто совершает поступки, которые могут показаться вам странными, но смерть баронессы потрясла его настолько, что он до сих пор не может оправиться. Я прекрасно понимаю, Стефан. Скажите мне кое-что, Стефан. Если смогу. Кто такой Эрих? Помните, барон вам рассказывал про то, как он вернулся с войны и застал баронессу с другим? Да. Этим другим был Эрих. Стойте! Подождите! Густав. Ты нужен ей. Она тебя любит. Ты должен помочь ей. Сегодня ее душа должна освободиться. Вернись. Вернись. Вернись.
Я так долго ждала тебя. Я искал тебя, чтобы помочь, но не мог понять, где ты была. Ты действительно здесь? Конечно, я здесь. И больше никогда не оставлю тебя. Никогда. Ночью мне становится холодно. Мои руки и плечи мерзнут. Мне не нравится ночь. Я хочу освободиться, Андре. Ты свободна? Только здесь, в святом месте. Нет. Везде и со мной. Давай уедем сейчас же. Я не могу. До тех пор, пока... Пока что? Склеп. Он должен быть уничтожен. И зло должно умереть. Не говори больше о смерти. Теперь ты со мной. Мною управляют мертвые. Ты теплая, живая девушка. Кто сказал тебе это? Мертвые. В Париже делают чудеса в области человеческого мозга и сознания. Я отвезу тебя туда. Там доктора избавят тебя от этого. Мертвые не позволят. Мертвые не смогут подняться из могил. Давай уедем сейчас же. Нет. Я боюсь ночи. Боюсь. Не надо ничего бояться. Видишь? Нет ничего страшного. Я тебе верю. Я очень люблю тебя. Пойдем со мной. Подожди здесь. Все будет хорошо.
Ильза, любовь моя, ты не одна. Я здесь с тобой. Скоро мы будем вместе спать вечным сном. Я поверну колесо, затоплю склеп, и море укроет нас. И нашу любовь. Ильза! 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 Почему ты не говоришь со мной? Я здесь. Я ждала тебя. Любовь моя. Любовь моя. Ты знаешь, что должен сделать. Нет. Я сделаю все, что угодно, только не это. Умоляю тебя, прошу тебя. Ты должен сделать это, или мы никогда не будем вместе. Нет, нет, я не могу. Я боюсь. Посмотри на меня, Виктор. Ильза, зачем ты заставляешь меня? Ты должен сделать это. Только тогда мы сможем быть вместе. Только тогда, Виктор. Я боюсь. Моя душа будет проклята на веки вечные. Кто ты есть на самом деле? Нет. Нет, стойте. Уйдите отсюда. Нет, уходите. Отпустите меня. Кто ты такая? Где ты? Кто ты? Елена. В деревне есть доктор? Его болезнь физического характера. Такое уже было раньше. Через день он будет в порядке. Барон рассказывал, что вы с ним со времен польской кампании. Да, это так. Значит, вы прожили в замке 20 лет. Вы должны знать здесь каждую комнату. Он приходит в сознание. Нет, он часто стонет во время приступа. Дайте мне ваши ключи. Я хочу осмотреть часовню. Часовню? Часовню? Да, если, конечно, вы не возражаете. Похоже, петли заржавели. У вас есть лом? Да, пойдемте со мной. Что это? Свет вон там. Спальня баронессы в башне. Она была заперта с той ночи. Похоже, это барон. Пойдемте со мной. Где ключи? Ключи к этому замку есть только у барона. Остановитесь, лейтенант. Барон поймет, что мы были в этой комнате.
У баронессы был ребенок? Не знаю, не думаю. Вы не жалеете меня. Барон, с вашего позволения, я мог бы все объяснить. Стефан! Простите, барон, я пытался. Тихо. Возьмите пистолет и вышвырните этого человека из замка. Если он будет сопротивляться, убейте его. Слушаюсь, барон. Любовь моя. Любовь моя. Я здесь. Я устал, Ильза. Моя душа рвется к тебе. Есть только один способ. Нет. Нет, Бог не простит меня. Ты будешь прощен. Я не могу быть уверен. Отдай свою жизнь, как ты взял мою. Уничтожь себя своими руками, и мы воссоединимся навеки. Навсегда. Твои мучения закончатся, Виктор. Навсегда. Навсегда. Я сделаю это. Сделаю. Я уверяю вас, лейтенант, если вы вернетесь в замок, я убью вас без раздумий. Где она? Отстань от меня! Почему вы лгали мне про девушку? Уберите ее. Это уже не важно. Вы опоздали. Ночь поглотит его. Уже сейчас он идет к вечному проклятию. Вы управляете девушкой так же, как управляете птицей. Как? Это гипноз? Да, гипноз, глупец. Зачем? Отвечай, старуха, а не то я сверну тебе шею. Она мстит за меня барону фон Леппу. Ради нее он пойдет на смертный грех. Он умрет. За что? Что барон вам сделал? Он убил моего сына Эриха. Эрих был вашим сыном? Да. И сегодня барон заплатит за жизнь моего сына своей бессмертной душой. Она говорила об уничтожении склепа. Уже слишком, слишком поздно. Барон! Барон, вы не должны спускаться! Барон!
Где барон? Мы должны добраться до него, он заперся в склепе. Эрих отомщен. Эрих отомщен? Она использует девушку как марионетку, чтобы довести барона до самоубийства. Зачем? Она думала, что барон убил ее сына. Она не знала, что это сделали вы. Что это значит? Ты убил моего Эриха. Эрих ее сын? Ты убийца. Хватит. На самом деле все это ложь. Когда барон вернулся и застал жену с Эрихом, он не убил его. Они боролись, и погиб не Эрих, а сам барон. Я убил барона. Так Эрих жив? Он занял место барона, и за 20 лет этого никто не узнал. Эрих помешался и думает, что он на самом деле барон фон Леп. Склеп. Она приказала ему затопить склеп. Они оба погибнут. Быстрее. Затопить склеп? Как? Там есть туннель, который соединяет склеп с морем. Быстрее за мной. Он заперся изнутри. Пробивайтесь здесь, я попробую войти через часовню. Вы можете мне понадобиться. Нет, не надо. Я не войду туда. Не надо. Я не нужна там. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Я снова с тобой, любовь моя. Теперь навсегда. Сейчас. Сейчас. Я жду. Торопись. Сейчас, Виктор, пусти море в склеп, чтобы воссоединиться навеки. Мы снова будем вместе, Виктор. Мы и наша любовь. На дне моря. Приди ко мне, любовь моя. Сними покрывало. Посмотри на меня. Я так долго ждала тебя. Что ты сделала со мной? Я проклинаю тебя, как ты меня проклял. Я любила тебя, а теперь мой труп гниет в гробу. Посмотри на него. Посмотри, что ты сделал со мной, и тебя ждет та же участь. Ты умрешь, и нет обратного пути. Зачем ты это сделала? Я душа Ильзы, которую демоны наделили темной силой.
Теперь я откуплюсь от них твоей бессмертной душой и буду свободна, Эрих. Нет! Теперь ты в безопасности. Все кончилось. Кончилось, ты слышишь? Теперь ты свободна. Свободна, Андре? Конец фильма.